Давай. Бывает так, Мэтт, что дойдешь до края, и чтобы идти дальше, о прошлом надо забыть. Мы понимаем, что заперты, что сидим в коробке, и пути спасения, книги, психоаналитики, таблетки только глубже затягивают в трясину. И есть лишь один способ вырваться из коробки – это избавиться от нее навсегда. Да ты же сам ее построил. Если близкие люди тебя зажимают, кому они нужны? Жена притворяется, будто любит. Сын вообще не может тебя терпеть. Так отпусти их, чтобы не мучились. Начать все с нуля – это не безумие. Безумие – это вести жалкую жизнь, бродить в тупом оцепенении день за днем, безумие, притворяться счастливым, притворяться, что именно эту лямку ты должен тянуть всю свою убогую жизнь. Все надежды, возможности, вся радость, все чувства, все соки, которые жизнь выпила из тебя, проснись. Хватай это все и тащи с собой от этих паразитов прочь.